Здравствуйте! Вы смотрите канал «Поем по-английски без акцента». С вами Карим и Сауле, певица группы «Нектар». На этом уроке мы рассмотрим букву «Н» и, соответственно, звук «Н». Как я уже говорил в предыдущих уроках, «Л», «Д», «Т», «Н» — эти буквы и звуки произносятся, в отличие от русского, так, что кончик языка упирается в небо, в верхнее. А в «Н» практически так же каких-то... Хотя нет, я не прав. Есть уже некоторые нюансы и особенности. Первое. Вообще N это звонкая согласная, да? Uh-huh. И чаще всего она произносится как N. N, N, да, такая мягкая N, звонкая, звучащая, да? Скажем, вот какой-то пример мы можем привести? Никаких особенностей, чтобы было слышно. По-русски? Нет, песня какую-нибудь. Или по-английски? По-английски. No woman, no cry. No woman, no cry. Да, обычно, да. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Как видите, ничего сложного. Обидно, когда хороший дубль испорчен. Но ради важной информации пришлось пожертвовать качеством. Простите, но половина моей морды просто не поместилась в кадр. Я буду это 100 раз повторять про небо, еще там про гортань в следующих уроках, чтобы вы усвоили и не забывали. Потому что часто бывает, ты понял? Да все я понял. Ты понял? А потом начинается, да ничего ты не понял. Вот сколько раз мы уже... Ничего не понял. Понятно? Понятно. Нет, поем... ну, понятно-то понятно, но когда начинаешь работать, мышцы-то привыкли уже совсем по-другому произносить. Это ж сколько надо работы в мозгу, это все прочистить и переставить по новой. Звуки ЛН, тут важна работа языковым. Это кажется, что языком. Языком, на самом деле, мозгами. Мозгом. А, да, но сигнал из мозга в язык посылается. Да. Но есть еще второй момент. Часто, когда N встречается одна за другой и в довольно быстром темпе, она звучит отрывисто. Почти как наша, как русская R. Да? Ре-ре-ре. Скажем, вот Эминем была какая-то песня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Можно спеть как... Да. Можно спеть, тут два варианта. Можно как N. Ня-н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 я. То есть N. А можно более отрывисто. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И хей-ра-ра-ра. И это приемлемо, это да, приемлемо, считаете? Да. Допустим, вот я еще вспоминаю... В смысле, это не какой-то специфический сленг, это вот просто так вот... А потому что да? Это быстрый темп, просто, это от скорости, да. Поскольку, видите, звук N похож на чем-то на R, тем, что все-таки кончик языка, опять повторяюсь, упирается в небо. Да. В русском же N мы говорим, язык упирается в зубы, поэтому он на R не может быть похож. А в английском он похож. Вот у Битлов есть Hey Jude, да? Помнишь уже в этом... В конце. На-н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 а-
Лицо снова в кадре. Можно продолжать. И третье, это, скажем, сонорное Н. Что такое сонорный звук, я расскажу попозже, потому что в чистом виде сонорный звук не встречается. Обычно Н в сочетании с другими согласными звуками получается сонорное Н. Ну, кстати, отрывистое Н. Можно еще привести пример, скажем, песни Боба Дилана. Knocking on Heaven's Door. Кстати, там должна быть сонорная Н. Knocking on Heaven's Door. Но, ну, забегая вперед, скажу, что после knocking стоит апостроф и звучит такая отрывистая Н. То есть мы имеем сейчас в одном примере сразу обычную такую звонкую Н и отрывистую Н. Knock, knock, knocking on heaven's door. Только knocking on. Knock, knock, knocking on heaven's door. Попробуй knocking on спеть вот Н, knocking отрывистую. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ай. Ай-яй-яй, knock-knock-knocking on heaven's door. Как видите, L, N достаточно простые звуки. Я не думаю, что у вас какие-то возникнут трудности. Поэтому тренируйтесь. В следующем уроке мы разберем звук D, вернее, звук D с буквой D. Там уже чуть-чуть посложнее, но я думаю, что вы легко справитесь. На этом наш урок закончен. Всем удачи. Пока. Пока. Итак, подведем итоги. Буква N звонкая, бывает твердой. N
number, nose, noodle. Второе. N бывает отрывистой. Обычно это случается, когда N следует одна за другой в сочетании с какой-нибудь гласной. Скажем, на-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 на. N также бывает смягченной, но не мягкой, как в русском «не». Need, no, nest. N бывает сонорной. Но об этом я расскажу позже. И не забывайте, N мы произносим так, что кончик языка должен касаться верхнего нёба. Всего хорошего!